Добрый день, мои хорошие. Или доброе утро, или добрый вечер. С вами Любовь. И мой канал Next Station. Следующая станция у нас сегодня Ашан. Закупка на целых 2 месяца продуктов. Продукты это будут не для меня, потому что я очень редко закупаюсь в Ашане. Меня попросили мои, так скажем, соседи достаточно пожилого возраста. И для них я сегодня по списку покупаю целую тележку для того, чтобы они на даче были. Эти 2 месяца, и как бы у них было, ну, чтобы они были спокойны, что у них всегда есть продукты. Эта тележка опять в феврале месяце, невозможно здесь ее протащить. Так поняла, что началась посевная, несмотря на то, что февраль месяц. И у нас в Ашане здесь сами набирают лук и взвешивают. Хороший лучок-то. Ну как, ну если выбирать, все подряд плохой, а если выбрать, то ничего. Отлично. Да. Итак, вот он у меня списочек. Что мне нужно здесь купить в Ашане. Ну, попробую все это по списку сегодня. И мало того, что мне сказали, что я могу что-то купить на свое усмотрение. Хорошо? Мое усмотрение. На мое усмотрение. Носки. В виде галстука. Вот такие носки в виде галстука. Видимо, к 23 февраля. Их завязали. Но я поняла, да, что их так завязали. Вот я вижу. Вот они, развязаны. Угу. Завязали носки и так упаковали. Ну, необычно, во всяком случае. Да и не поймут еще люди, не купят. Видимо, до продуктов я не дойду. И я зависла на трусах мужских к 23 февраля. Танки, танки кругом, танки. Почему не самолеты? А, танки, пушки, гаубицы. Так, что здесь еще у нас защитного цвета у нас? Кружки. Такие большие бокалы. Вообще. Вот это я понимаю. Это бокал. Заваришь чайник, и целый чайник уйдет сюда. Так, что здесь еще для мужчин? Термосы. Ну, кто там на рыбалку ездит, на зимнюю, или куда-то там с друзьями надолго. Вот термосы. В защитном чехле. Что еще для мужчин? Вот такой вот термос в виде бутылки. Ну что, помимо термосов и кружек, я набрела на майке, на футболке для мужчин. У меня муж любит носить на даче, часто менять эти футболки, хлопковые. Ну, вот эта расцветка, она уже немножечко избитая, а вот эти вот мне понравились. Любимый муж, самый лучший папа. Набрела на апельсиновый развал. Реально, апельсиновый развал. Мандарины по 80, по 95.
Смотрите, на какое царство лимонное я набрела. Я назвала это лимонное царство. Так, начнем с тарелочек. Очень интересные, необыкновенные, легкие. Очень. Прям так, наверное, хочется все это поменять дома. Надо чаще менять, чаще меняться. Так, кувшинчик. Лимонное царство. Очень понравился чайники. Чайничек. Так, 1081 рубль. Сахарница. Салфетница. Так. Да, сахарница. Ну и, наверное, для лимончиков 454. Вот если захочется вдруг мне поменять радикально все на кухне, скорее всего, я куплю вот все в одном, чтобы стиле. Чтобы были салатнички маленькие, большие. Ну, это тяжеловато, конечно, но ярко, во всяком случае. Ярко и очень красиво. Ну как вам? Может быть, нужно чаще менять все на кухне? Вот я посчитала, где-то в среднем на 3500, если купить, на 3500-4 я даже посчитала, то вполне можно себя порадовать хотя бы на год, может, даже меньше, на полгода. Потом отвезти все это на дачу. А в чем бы нет? Так, а здесь у нас пластик. Ну, нет, пластик я не люблю. Яркий, красивый, конечно, пластик. Ну, пластик я не люблю. Ну и вот такие вот пледы флисовые, лимонные. Устойчивые к износу, как они пишут. Декоративные подушечки-апельсинки. Пледы-апельсинки, лимончики. В общем, можно дополнить свой интерьер вот такими яркими красками. Подушечка-апельсинка. Короче, яркие краски лета. Так, что мне здесь нужно купить? Мне нужно купить флешку на 64 гигабайта. Так, 64 гигабайта. В среднем 1000-1300 стоит. Ну вот это, пожалуй, я возьму. А, помните? Знаменитая скамейка, на которой я сидела. Нет, я еще не устала, потому что из всей тележки я взяла только себе одну флешку и все. Все остальное буду сейчас выбирать. Но поскольку это все на мое усмотрение, то я покупаю шебекинские макаронные изделия, потому что считаю, что они все-таки самые-самые лучшие из всех. Так, дальше. Беру я для моих соседей прохваренный рис. Они у меня его заказывали. 3 килограмма. Что еще мне заказала Ирина Николаевна? Кашу гречневую с грибами. Вообще она как позиционируется как первая каша без ароматизаторов. Ну не знаю, с жареным луком и с грибами. Вот это я и беру. А вообще мы раньше брали макфу. Но в последнее время макфу не стала такой вкусной, как раньше, очень много крахмала. И мы перешли, повторюсь, на шебекинские.
На самом деле, они могли бы мне заплатить за рекламу. Так, ну и поскольку я покупаю все-таки для пенсионеров и хочется им подешевле взять, а вот я смотрю, горох колотый 62 рубля и горох колотый 29,90. А фирма у нас, ну, как вот, каждый день. А здесь увелка. Я не знаю, горох он и есть горох, и он одинаковый. Мне так кажется, поэтому я им беру для горохового супа каждый день. Так, 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 добрели мы на мир специй. Я помню так навскидку, что они любят всякие перчики, красные, острые и так далее. Любят перец чили, который сейчас здесь нужно найти. Вот он, несмотря на то, что он стоит 148 рублей, они мне как раз просили купить такую баночку. Не знаю, почему. Ну вот, короче, я у них им беру. Лупа. Что пишут? Для чтения информации на упаковке вы можете воспользоваться увеличительным стеклом. Да, что это лупа? Увеличительное стекло. Сейчас будем читать. Приправы для плова. Ой, да, действительно, мелко. Добрались мы до подсолнечного масла. И это главная боль каждой хозяйки. Я точно говорю. Какой фирмы взять? Для жарки, для универсального использования, для только для салатов, холодного отжива, горячего, первого и так далее. Глаза разбегаются, но я попробую здесь разобраться. Так, масло подсолнечное, рафинированное. Я люблю нерафинированные масла, знаете, с таким запахом семечек, которые везут с Краснодара, с Украины. Сейчас я посмотрю, где. Но на нем не все любят, например, жарить блины. Сразу становится запах семечек. А блины в основном жарят на маслах, которые рафинированные. Здесь, значит, для жарки и салатов. Вот они, универсальные масла. Ну вот здесь к тому же еще и рафинированные, и дезодорированные. Сейчас я посмотрю срок годности 12 месяцев, а у нерафинированных, по-моему, 4-5 месяцев. Мне только бы найти, где это нерафинированные масла. Вот все они без запаха, но это для любителя. Я люблю с запахом. О, я нашла нерафинированные. Вот оно. Масло подсолнечное нерафинированное. И срок хранения у него должен быть 4-5 месяцев. Вот что я самое главное здесь увидела. Но я не увидела срок годности, но самое главное, что после вскрытия хранить в холодильнике. А я вот и хочу себя даже спросить, как часто я храню в холодильнике подсолнечное масло. Да никогда. Вот масло еще домашнее, 220 рублей. Тоже стекло. В общем, Ирине Николаевне я беру нерафинированные масла. Так, в общем, что я здесь не увидела и хотела вам очень-очень это показать, уловки производителя. Когда на упаковке с подсолнечным маслом пишут, что оно покупаете у нас, но без холестерина. Холестерин в подсолнечном масле не может быть по определению. Это же не животный жир, да? Это растительный. Вот специально вот хожу, ищу, чтобы было написано без холестерина. Не может быть холестерина.
Так что не попадайтесь на такие уловки. Так, дальше по списку у нас горошек. И себе, и всем рекомендую горошки фирмы «Глобус». Кто помнит советское время, когда кроме «Глобуса» у нас ничего не было? Ну, ничего не было. И они были в таких больших банках, либо стеклянных, либо железных. Но она также осталась прежней, это «Глобус», знаменитая фирма, и я ее беру, только ее. Все остальное я как-то попала, знаете, на вареный горошек открыли, а такое ощущение, что они просто разбух горошек и закинули в банки. Ужасно было, неприятное, испорченное настроение, а мы хотели сделать салат оливье. Так, тушенка. Не знаю, честно говоря, не знаю, какая из них тушенка. Но вот если взять вот эти, вот это вот, она вроде хорошая. Говорить, я знаю, что в Ашан поделки никак не могут попасть на полку, но что касаемо нашей продукции. Почему? Потому что все это проверяется. Мы вместе с сертификатами все в Ашан отправляем. Поэтому вот, что касается вот Беларуси, я вам точно могу сказать, то никакой вот поделки вот, да? нет. Вот хорошая тушенка. Это тоже белорусская. Угу. Она чуть-чуть подешевле. Вот хорошая. Но если вот это вот посмотрите, вот это мы обычно всегда берем. Здесь вообще кусок мяса. Видите? Угу. Поэтому и ценник соответствующий. Давайте тогда сюда в тележечку. Я возьму. Вот. Оно вот это, вот я говорю, не уступает. Здесь просто 500 грамм получается, здесь 338. Угу. То вот вы посмотрите, вот даже для сравнения вы можете взять какой-нибудь, я не знаю, главпродукт и вот эту, и вы сразу увидите разницу. Угу. Потому что здесь ни сои нету, ни желатина они очень много, ну, много не кладут, угу. а все идет по ГОСТу. Вот. И здесь стекло, да, ну вот сами видите, какое мясо. Видите, оно не прессованное, угу. оно прям кусками идет, и банка полное мясо. То, что здесь, ну вот не бульон, да, то есть желатин должен присутствовать здесь. Ну, естественно. Вот, но вы посмотрите, здесь как бы не полбанки желатина, а здесь вообще практически все в мясе, угу. видите, угу. здесь, угу. здесь. Вот, поэтому, несмотря на то, что вот ценник такой, не дешевая она, покупатель так, все равно ее берут. 500 грамм. Да, все равно ее берут. Все, я взяла. Поэтому я вам просто рекомендую. Это не думайте, никакая не реклама. Это просто рекомендация. Хорошо, спасибо вы большое. Вы дома откроете, вы сами убедитесь в этом. Ну, в следующий раз вы придете именно за ней. Хорошо, спасибо. Так, просили купить водку. Ой, вспомнила я, что-то там было связано с березами, на березовых брынках. 287 рублей у нас сейчас со скидкой стоит. Ну, почему бы не взять, да? Так, две бутылочки беру. Ну, надеюсь, им хватит. Так, вот те самые соки. Добрый сок. Ну, здесь она попросила купить что-то со скидками. А, не принципиально, какой фирмы. 68, 58 рублей. Джустин. Это уж как она просила. Все. Так, специи. Это вообще моя слабость. Моя слабость – это специи. Поэтому сейчас я здесь точно для себя всего наберу. Что здесь пользуется популярностью специй? Я так думаю, приправа для шашлыка. Ну, ей немножко осталось. Придется это выгрести. Приправа к шашлыку? Да, это приправа к шашлыку. Как лучше? Новый шашлык. Я даже никогда не делала. Ну, так, специально для меня. Нет, ну, может быть, это... Так, как... Не имею понятия, как. Вот так вот. Сыплю? Да. Все до конца, да? Да. Вот, все. Спасибо большое. Пожалуйста. Номер какой? 515? Одна.
так, взяла последние. Последние вкусные, самые. И вот это удовольствие на 14 рублей. А я люблю еще в мясо добавлять, в курицу, в первое. Во всяком случае, я себя здесь постоянно балую и пасусь. Так, что здесь еще я беру? Себе беру базилик. Очень ароматный, душистый. Так, базилик на 18 рублей. Вот столько базилика. Вполне хватит на 2 месяца. Что еще беру себе? Свинину румяную. Смесь пряностей. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не очень, да лучше ничего не ставить. Хотя, в общем, оставайтесь со мной. С вами была Любовь, да, и мой канал Next Station. И следующая станция у нас сегодня с вами была покупка в Ашане для моих пожилых друзей. А бывают пожилые друзья? Бывают пожилые друзья.